опускается живот, и он меня обратно вытесняет. Прямая рука, пожалуйста, я сейчас несколько раз встречался с этим. Это не есть преимущество. Локти мы прячем. Мы прячем, чтобы они были гибкие. Сейчас убери эту руку. Подними ее наверх. И на руку покажу. Он не сможет сделать ни никё, ни хитиши мяса. Я уже не смогу повернуть. Теперь возьми дистанцию. Выпрями руки. Все. Сразу у меня все может работать. Я контролирую его скрутку. То есть я поставил его в такое положение, когда ему вернуться и вытолкнуть меня. Очень сложно. Прямая рука. Опять я заблокировал. Забирай ногу. И Джимми Асай. Он спасает локоть. Тогда идет бикер. Вот она плотность. Здесь. Поэтому я начинаю двигаться на нее. Заходи за мной. Вот. И здесь. Раз. Двигайся, двигайся, двигайся. Два. Три. Вот она держит. Да, он взял санкью. Я ему даже отдал, но я продолжаю держать захват. Не было кудзуши. Не было для меня опасений. Мне не страшно было. Так. Вот здесь. Вот оно. А вот потом уже дальше. Раз. Видишь, что? Первый импульс – взять захват. Взять захват, вы останавливаете все свои остальные возможности. Захват мы берем только, когда удерживаем. А здесь захват нужно взять только потому, что рука отпустилась. Легко, да? Делай. То же самое происходит, когда вы делаете санкё. Санкё. Но когда вы делали вот такими ноги, у вас не получилось делать шаг вперед. То есть раз, и он зафиксировался. Вы переходите на санкё, но при этом блокируете локтевой сдвиг. Входите назад. После этого очень важный момент. Рука опускается вниз, вот примерно сюда. И вместе с ногой уходит. Теперь смотрите, что здесь опасно для него. Его плечо сейчас пойдет назад. Но он сейчас не сталкивается. Обратно, это когда... Здесь. Вот туда я пойду. Это для старших. Почему? Потому что он спасает таким образом свое плечо.